И снова всем привет, дорогие друзья. Давайте займемся с вами клубнями. Георгины это у меня. Это из Китая. В том году я сажала из семян. Так, желто-розовые из Китая. Будем делить, обрабатывать и сохранять уже до высадки в грунт. Как правильно это все делать, все покажу, расскажу. Но для начала я думаю, что нужно корни разделить. Вот это тоже неплохо. Так, это мы можем снять. Табличку тоже снять. Это нам не нужно. Обрабатывать буду вот такой вот хорошей штучкой. Также можно и картошку, и все клубни, которые у нас есть. Вот в емкость я налила водички. Где-то примерно литра 3. Очень красная, с дозировкой вы не ошибетесь. Пару капелек будет достаточно. Перемешиваем. И делаем такой розовый цвет. Надеюсь, что видно. Вот. И туда наши клубни замочим. Поделили, замочили. Опа. Так. Еще. Это тоже такой же желтый. Ну, здесь тоже вроде бы никудышный. Такой думаешь уже, что все, расти не будет. Но есть почки. Делить я его не буду, он небольшой. Единственное, что отрежу вот этот хвостик. Также опустим его немного помочиться. Так, вот еще один. Но я уже на месте, когда выкапывала, сразу их разделила. И вот тоже есть почка. Она будет расти. Клубенек хороший, крепкий. Также отрежем эту старую часть и помочим. Мочить буду, ну, минуток 10, 15, 20. Так. Ну вот, видите, еще один. Это уже мои. Это уже не китайские. Тоже их разделим. Сейчас я вот это все отрежу. И будем делить. Как хорошо разделился. Так, это все старое удаляем. Так, и замачиваем. Также, ну, здесь можно тоже разделить, но я не буду, он небольшой. Так, что же еще? Так, вот здесь, вот этот клубенечек тоже как бы он большеват. Сейчас мы удалим все худое. Нормально. Три почечки есть. Я думаю, что нормально. Не будем его тоже делить. Все замачиваем. Так. Ну, здесь. Тоже уж все я не буду, друзья, потому что у меня очень много георгин. Ну, просто как вот делаю. Сначала замочу, потом, ну, вот на примере, который мы с вами тут ломали, надо будет шов обработать. Для этого беру золу. Вот видите, вот это местечко, чтобы оно не загнило. Берем, просто вот так обмакиваем. Дальше беру какую-нибудь баклажечку. Берем пакетик. Делаем дырочек несколько. Вот так. Все делаю просто. Себя не утруждаю. Как самое просто и легко, как все сохранить. Так. Беру
Насыпаем землю. Вот. И укладываю клубень, как бы стоя вот так. Присыпаю землей. Вот так. Все. Один у нас готов. Устанавливаем. И в пакетиках получается более экономично. И присыпаю землей. И потом из этого пакета нам будет легко уже достать его и посадить. Так, вот у меня здесь еще есть желтенький, поэтому я его тоже сюда же и воткну вместе с этим. Вот, видите, вместо среза берем золу. Если нет золы, можно намазать зеленкой. Уже когда я там делила клубни, у меня есть такое более подробное видео, я оставлю ссылочку в описании, можно будет посмотреть. Так, все, и пусть растут. Так, сюда поместится еще клубенечек, а то и два. Присыпаем, и все, и ставлю вот это все добро на подоконник. На подоконниках, конечно, у нас очень мало места, но по крайней мере куда-нибудь, где светло. И вот так они будут уже сохраняться до высадки в грунт. Ну вот, друзья, буду заканчивать свой такой репортаж о георгинах, как сохранить их до высадки в грунт. Ну и займусь уже остальными. Есть у меня тут еще над чем поработать. Вот эти клубенечки тоже вроде бы никудышные, а глазочек есть. Буду тоже их замачивать. Это выращенные из семян, поэтому такой небольшой клубенек. И то можно его сохранить и посадить. Вот еще видно, да? Вот. Хорошие клубенечки. Вот так. 10-15 минут в этом растворе будет достаточно их помочить. Ну, друзья, сразу покажу, как я делю клубни. Вот у меня есть такой большой клубенек. Как он делится. Если ломается вот так, хорошо. Очень прекрасно, что он ломается. Вот, сразу получилось. Два. Замачиваю в этот же раствор. Ну вот, можно было бы его еще разделить. Чем меньше клубенек, тем пышнее, красивее становится куст георгина. Бывает, что очень сильно переплетутся корни и никак его не разделить без ножа. Но вот такой я оставлю. Здесь еще росточков нету, я только что принесла его из подвала. Так, вот сколько можно получить хороших клубенечков из одного клубня большого. И получится хорошее полноценное растение. Так.
Ну вот, всем пока, друзья. Сейчас уже всем точно пока. Сажайте, не бойтесь, делите. И у вас получится много красивых георгинов. Потому что, когда большой клубень, почки очень трудно пробиться. И очень трудно прокормить большое количество отростков. Ну ладно, все, друзья, теперь все. До новых встреч. Пока-пока.